Михаил Рогов стал победителем номинации «Молодое Подмосковье». Его проект «Конный клуб «Друзья»» позволяет эффективнее помогать детям с отклонениями в развитии, в вопросах коррекции, социализации и реабилитации. Андрей Сталинов – победитель номинации «Молодое Подмосковье» с проектом «Воркаут в каждый двор». В рамках реализации данной программы созданы спортивные комплексы, проведены соревнования по турниковому спорту и мастер-классы именитых спортсменов.